отсюда! Охрана! Кто-нибудь! Выйди отсюда его! Что ты стоишь? Ты что-нибудь сделай! Посмотри, что там за кипиш у соседа. Мужики, что там у вас? Да ничего, бывший муж не навоевался. Нормально все. Дима, милицию вызывай. Зря ты, Старлей, Глотова попёрся. Он, мужик, знаешь, сильно непростой. Ты понимаешь, у него тут все схвачено. Наше начальство перед ним на цирлы ходит. Да, это точно. Вон себе офис отгрохал в старинном особняке. Сейчас тебе и... незаконное проникновение паяют, и побои, и хулиганку, и поедешь ты далеко-далеко-далеко, где холодно. Слышь, лейтенант, ты тормозни где-нибудь в лесочке, а то живот так скрутило, не довезу. Ты знаешь, у меня такое со страху тоже иногда бывает. Вот как немного перенервничаю, вот сразу прям днище и срывает. Так давай, а! Ты знаешь что, Денис, давай-ка это самое... тормозни, пока офицер нам тачку не обделал. Давай, родной, давай. Давай, давай, давай. Давай быстрее, давай, давай, давай. Давай, давай. Лейтенант, наручник ты сними, а? Да ты чё? На всякий случай. Бумажку-то дай. Чего? Что, ушел, да? Зараза! Девушка, здравствуйте. Глотов у себя? Гриша? Ты что тут делаешь? Привет, Оля. Поговорить пришел. А, подожди, ты что, сегодня приехал? Гриш, я все знаю.